Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Unit 4, секция Homework, домашняя работа, упражнение 6. Translate from Russian into English. Переведите с русского на английский. Первое. Организовывать экспедиции на лошадях. To arrange a horse trip. Второе. Путешествовать пешком. To travel on foot. Третье. Проводить время на свежем воздухе. To spend time outdoors. Четвертое. Наблюдать природу. To watch the nature. Пятое. Нести культуру своей страны другим людям. To bring culture of one's country to other people. Шестое. Что делали путешественники после экспедиции? Они написали захватывающую книгу. What did the explorers do after the expedition? They wrote a thrilling book. Седьмое. Туристы изучали историю этого места в течение 2 дней. The tourists studied the history of this place for 2 days. Восьмое. Алекс мечтает найти и изучить неизвестный остров. Alex dreams to find and discover an unknown island. Девятое. Дорогие гости, наслаждайтесь природой и свежим воздухом. Dear guests, enjoy the nature and the fresh air. Десятое. Последнее. Это необычное путешествие поможет людям сохранить мир во всем мире. The unusual trip will help people to save peace all over the world. Well, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.